Еще раз обращаю всем внимание, значит, вижу, начался цикл у нас окоса травы. Я неспроста вам говорил на прошлой неделе прогреть всем бензокосы, триммеры. В целом вопрос связан с газонокошением. Для нас это будет также являться приоритетом, как и история, связанная с пылью, мусором, подмет, прибортовка, остановочные павильоны, контейнерные площадки, общественные территории, потому что, коллеги, не за горами все-таки, хотя и сейчас она такая, можно сказать, не совсем майская погода, да, какой бы хотелось, уже что-то июньское все захотелось, но общественные пространства, общественные территории – это самое приоритетное, что, поверьте мне, будет выбираться каждой семьей, каждой жителью в части того, как провести субботу, воскресенье, либо там вечерний время суток, пройтись по парковым зонам, по нашим скверам. Поэтому еще раз обращаю внимание на данные наши, где-то уже традиционные территории, где-то мы должны эти пространства делать по обращению с жителями приоритетными, но, что самое главное, мы везде должны видеть и убранные мусорные площадки, убранные, значит, в целом, даже те мусорные баки, которые мы видим. Больше акцент делайте на высадку цветов. Еще раз на это обращаю внимание. Озеленение для нас должно быть тоже приоритетным. Я прошу даже отдельно сделать в управлении благоустройства и ЖКХ совместно конкурс, у кого лучше будут оформлены у нас и клумбы, и цветники, и в целом входные группы. Парк наш, обращаю внимание, он также является приоритетным в части того, что там очень много жителей у нас выбирают как место прогулок, и здесь также нужно будет делать на это акцент. Значит, Евгений, я прошу проработать и по Волоколамскому шоссе, или по тем входным улицам, чтобы здесь тоже сделать изюминки с цветами. Это тоже должно присутствовать, коль мы выбираем образ чистоты и порядка всех наших магистральных и шоссейных дорог. Мы должны на этом тоже делать акцент, поэтому прошу тоже подготовьте мне за эту неделю предложение совместно с Максимом Ильичем, с вами, значит, о том, где нам тоже сделать эту красоту.